В поисках хозяина лошадей жители села Коктобе Майского района. Летом на трассе произошло ДТП, в котором пострадал 27-летний мужчина. По словам его родных, сотрудники полиции разместили животных в загоне, а ночью отдали. Кому – неизвестно. Об этом они рассказали главному полицейскому региона Нурлану Масимову. Приемный департамента полиции – аншлаг. Люди идут с наболевшими вопросами по записи и без. У Ерганата Асылханова своя история. После столкновения с табуном его сын месяц пролежал в больнице. 5 августа мой сын попал в аварию. Он возвращался ночью из семьи, на дороге врезался в лошадей. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Месяц он пролежал в больнице. Участковый загнал 11 лошадей, сказал, что будет охранять, а утром сказал, что их забрали хозяева. Я думаю, он в сговоре. Владельца животных до сих пор не установили. Сотрудники Майского отдела полиции якобы не знают, кто хозяин бродивших на трассе лошадей. Об этом районный начальник доложил областному руководству по телефону. Ты установил хозяев лошадей? Если установили, мы поисковые мероприятия провели, не смогли установить. А зачем тогда ты находишься там, если не можешь установить тех лошадей, которых два раза загоняли? Нурлан Масимов своего мнения не скрывал. Считает, что сельский участковый, цитирую, тоже в теме. Майскому ОП дали время до 10 декабря исправить ситуацию. На приеме озвучивали и другие вопросы. Полицейские уже более 2 лет в поисках подозреваемого в мошенничестве. Мужчина оформил на другого человека онлайн-кредит. 3-й год висит дело по причинению тяжких телесных повреждений. Начальник департамента обещаний давать не стал, но задание получили все руководители подразделений. Алия Алмухамбетова, Максим Носков, телекомпания «Ирбис».